расскажем про карнавал? We're going to the carnival at school. We're going to see a bunny ice cream. Так, а теперь подробно рассказывает мама. У нас сегодня, привет всем, ну еще не конец года. Официальный конец года будет 26 июня. А сегодня у нас карнавал в честь конца школы, в честь конца учебного года. Значит, что будет на этом карнавале? Ну, мы предварительно купили за $5, нам продавали в классе где-то месяц назад. Я не знаю, это, наверное, мы купили как билет, который позволяет 6 доступов, дает на вот такие вот надувалки, там, где можно прыгать. Вы сейчас увидите, я покажу. А в общем, там ограниченный вход, что-то 6, то есть по разу в каждую штучку он может зайти. Еще не знаю точно, как это работает, сейчас мы придем, посмотрим. Ну и там, естественно, это целый бизнес, наехала куча траков таких маленьких, и продают мороженое, сладкую вату, там попкорн, я не знаю, хот-доги, еще что-то. В общем, начинается это все в 4 часа. Сейчас у нас время 16:22, то есть... Уже оно, в принципе, дотай руку. В принципе, уже все это дело началось. Но нам еще сказали прийти пораньше. Правда, жарковато. Нам сказали прийти пораньше, потому что потом родители, кто с работы приходят попозже, там будет вообще не пробиться. Поэтому мы идем сейчас немножко раньше. Пусть и жарче, но мы идем раньше. Плюс ко мне сегодня приезжают друзья из Монреаля. Да. Поэтому мы не можем быть очень долго там, да, Эдоша? Да. Нам нужно вернуться и продолжать все готовить. Папа у нас сегодня работает с дома, поэтому он остался у нас габочкой. А мы вот идем... Без нее. Почему? Потому что жарко. Я даже не представляю, если бы мне нужно было идти одной, как бы это я все шла. Потому что очень жарко. И мне за ним смотреть, и за ней бегать, или на руках держать, чтобы она не потерялась. Потому что там куча народу сейчас будет. В общем, сейчас я вам все покажу. Это называется карнавал. Карнивал его называют. И мы едем, в общем, на карнавал. Да, Эдошка? Да. Картошка моя. Что вам еще рассказали про этот карнавал? Что там еще будет? There's gonna be a little bunny, that's a little bunny, what else? И все? Понятно. Понятно, что ничего не понятно. В общем, сейчас посмотрим. Basketball, this little big castle. В общем, сейчас посмотрим, что там у нас будет. Как это выглядит детское счастье? Скорая помощь обязательно, если что. Вот нам дали наклейку, вот нам тут дали пасы на вот эти вот штучки, и даже нам дали какой-то бесплатный саб, Belly Buster 6-inch, with portion of 12-inch sub and green. Значит, это не бесплатно, только если мы покупаем один бесплатно, бай. Так, делаем значок. Выбираем фломастеры себе. Не надо делать точно такой же, как у Леора, да? I know. Делать то, что ты хочешь. Hi, Ryan! Hi, Juliana! Все одноклассники, все вместе. Nice! What are you gonna make? Gonna make some things. But I don't know yet. Some rainbow? Yeah, I don't know. I don't really know. Возьми вот здесь, иди и смотри, что здесь дают. Ух ты! Смотри, что здесь дают. Это зубки, чтобы ты чистил. И пил водичку, чтобы. Я... Вот мальчик собирает. Все, хочет и собирает сумочку. Nice! Yeah, thank you! И Доша, вот для тебя. Посмотри, что там внутри. И бутылочка там, и зубная щетка, и все. Идем становиться на первый прыгать штучку. Идем сюда. Кто ты где? Мы пробьем вот эту одну карточку и пойдем вот прыгать сюда, в первую штучку. Леорчик, привет! Молодцы!
надо билетик, это можно сколько хочешь раз. Снимаешь обувь обязательно и заходишь. Ура! Ей! Очередь. Все, что хочешь получить, сначала стой в очереди. Ужас!